Я уже только не слышал, что думаю так. Надо было перейти на судьбу. Мы не в серпентарии, мы в столовке гостиницы ресторане. Вот, в этих двух прекрасных баночках настойка на змее, которую мы сейчас откушаем, заодно пожуем лапши. Вот, пахнет. Пахнет спиртиком. Внутри змеючки с корнями, вон они. Ну, попробуем что-то такое сейчас.